Хочу пожелать родителям детей, чтобы они верили. И Давид нам обязательно, и вам обязательно всем поможет излечить наших детей. И обязательно, если кто не может дозвониться, дозванивайтесь до него, пробуйте в день по несколько раз звонить к нему, чтобы связаться с ним. Потому что после сеансов Давида вообще очень колоссальные изменения происходят с нашими детьми. Хочу поблагодарить еще раз Давида за то, что он есть в нашей жизни. Надеюсь, что мы поедем к нему. И надеюсь, и я уверена, я сделаю все, чтобы поехать с сыном к нему туда, в центр, в Израиль на лечение. И что у нас наш сын полностью излечится. И мы будем все счастливы, мы уже счастливы, что у нас происходят такие изменения по здоровью сына. Да и мы сами с супругом очень изменились, мы стали более спокойные, жизнерадостные. У нас появилась вера, то, что есть такой человек, который может помочь нам, нашему сыну. Хочу еще раз поблагодарить Давида, пожелать ему крепкого здоровья, его семье, его детям, супруге, за то, что они нам так хорошо помогают. Всего хорошего. Всем до свидания. Будем делать еще видеоотчеты. Пока.